Когда мы пришли к заслуженному мастеру спорта Юрию Сисикину, награжденному недавно орденом «Знак почета», пришлось немного обождать. Шла тренировка. Вот что рассказал нам Юрий. Что может быть приятнее для спортсмена, чем выигрыш больших международных соревнований? В этом году я дважды испытал такую радость. На Олимпийских играх в Риме я завоевал золотую и серебряную медали. А недавно в Париже я выиграл почетный приз Мартини. Но более радостно для меня это получение высоких правительственных наград. Дорогие друзья, желаю вам в новом году успехов и счастья во славу нашей горячо любимой Родины. С Новым годом, товарищи!